какой символ Нового года поставить дома – дело сугубо индивидуальное. Кому-то по душе классика – живая русская ель. У нее выраженный хвойный аромат, темно-зеленый цвет, может долго простоять в теплом помещении, если ухаживать за ней правильно. Натуральная альтернатива новогодней елке – еловые лапки или букет из веток. Его можно собрать в лесу или купить готовый на елочном базаре. Тогда запах живой ели и атмосфера праздника будут обеспечены. А какую елку вы предпочитаете на Новый год? Живую. Живую вы всегда покупаете? Нет, мы не покупаем, но предпочитаем живую, потому что более экологично. Год себе. Живую. Живую обычно, да, ставите? А вы уже нарядили елочку? Нет. Скажите, еще не готовы? Нет, еще рано. А почему именно живую вы? А что за запах? Понятно. Ель, сосна? Елка. Именно елка. Из детства. Ой, раньше мы всегда из леса привозили, а теперь у нас искусственная. Небольшая, но красивая. А почему вы так решили перейти? Потому что в лес некому хоть теперь ходить. А тут не такие продаются. Понятно. Больше нравятся такие уже. Скажите, вы уже украсили елочку у себя дома? Да, мы рано украшаем. Она у нас целый месяц стоит. Никак расстаться не можем. Иногда до февраля. А когда вот была из лесу, та быстро падает. А мы любим долго ей любоваться. Все больше воскресенцев отказываются от живой елочки. Искусственные елки обычно более пышные, проще в установке, не требуют ухода и, что самое важное, не осыпаются со временем. По окончании праздничного сезона искусственную елочку легко разобрать и сложить в коробку до следующего года. Ну, в былые времена, конечно, мы предпочитали настоящую елку. А сейчас, сейчас? Почему? Наверное, нет никакого беспорядка в доме. А потом, смотри, какая елочка. Они тоже точно такие же. Они не натуральные, а очень хорошо выглядят. Искусственные. Вы уже поставили елку дома? Нет еще. И потом бережем природу. Я вообще искусственная, если честно сказать. Потому что мы не портим природу, не вырубаем эти елки, которые постоят 2 недели и потом просто на выброс. Считаю это бессмысленно, поэтому только искусственные. Спасибо. Вы уже украсили дом? Да. Домой предпочитаю ветку сосны. А вот во Дворце культуры уже который год ставим искусственную. Но никогда не забуду, как ставили настоящую ель, и как во дворце пахло елкой, и была совсем другая елка, и другое совсем настроение. Если искусственной елки у вас нет, а живую покупать все-таки жалко или не хочется, то самую экологичную елочку можно сделать из подручных средств. Юлия Тиунова, Дмитрий Волнов, новости Искровект.